Вы не можете просто заниматься, как мы сказали, аштанга-йогой без боли, потому что боль просто случается, но она нас реально выводит на другой уровень, да? То есть мы становимся по отношению к себе честными, да, и настоящими. Вот, поэтому как бы все хорошо, как бы, да, йога это без боли, но как бы по факту каждый может согласиться с этим. Вот, поэтому думать, что ну, должно быть все без боли, это как бы ну, в каком-то смысле это ошибочно. Вот, поэтому ну, вообще представление о практике. И Гуруджи Потапхи Джойс, он об этом говорил много. Вот, и иногда он радовался таким вещам, когда некоторые его ученики, они приходили и говорят, у меня там что-то болит. И он такой, о, что это? Говорит, новая жизнь началась. То есть все, говорит, на старый уходит, новый приходит. То есть все очищается, процесс идет. Вот, смотря как мы на это все реагируем, да, либо мы себя это все урезаем, да, говорим, что дальше мы не идем, и на этом все останавливаемся, либо мы себя вдохновляем как-то. То есть процесс все равно идет. Вот, поэтому очень важно как бы, ну, себя не затормаживать, да, давать, конечно, время заживать всему. То есть не должно быть такого, что это нормально, все равно это не нормально. Да, то есть мы должны себя ограждать. И мы как раз этим делаем. Мы сейчас это и делаем. Мы себя ограждаем от травмы, мы изучаем, да, таким образом предупреждаем, чтобы не было просто дальше травмы. Вот, поэтому как бы очень важно, чтобы какие-то были уже заходы правильные.